Видео подготовлено каналом Уроки ТВ, номер 382. Выберите из данных слов синонимы и запишите отдельно каждую группу синонимов. Какой частью речи являются синонимы каждой группы? Мчаться, нестись, лететь, бежать. Это глаголы. Тревожный, беспокойный. Это прилагательное. Бросать, кидать, швырять. Это глаголы. Пища, еда. Имя существительное. Огромный, громадный. Это имена прилагательные. Обратите внимание на написание. Громадный, огромный. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.